Сегодня жители республики отмечают День государственности Якутии. В 1990 году в Якутске была принята декларация о государственном суверенитете, которая определила развитие республики на многие годы вперед. По традиции, в праздничный день Егор Борисов вручил государственные награды жителям, оказавшим большой вклад в развитие региона. В своей приветственной речи он отметил, что сегодня, когда в Якутии идет активное развитие экономики и намечены планы вплоть до 50-х годов, достижение целей зависит не только от руководства, но и в большей степени от самих тружеников и населения республики. Я считаю, что вот эта награда как раз она такая именно оценка всего труда нашего коллектива по объединению нашей республики вот в такое общее пространство правовое, информационное. Награда, значит, для меня это итог всей нашей работы муниципального образования Качкацкий наследник. Я благодарна всем своим коллегам и жителям своего наследия за ту поддержку, за ту помощь, которую они оказали мне по всей этой работе.